Всем здорова, друзья мои, с вами спикер и Гордон Фримен. Продолжим уровень сложности максимальный, без смертей, все по-честному, все по-хардкору. Настройки трудные, подтверждаем и погнали. Самая атмосферная глава за всю серию Хаувы, на мой взгляд, она очень страшная и здесь можно умереть. Но это, конечно, не про нас, мы пройдем без смертей, по-сложному и по-хардкору. Мы уже потеряли довольно много процентов. Какого черта меня уже прессует? Там есть, по идее, много оружия. Ох, сколько здесь пива. Здесь пива очень много и можно рубить. Обалдеть, я обожаю пиво. Можно реально рубить, разрубливать сразу несколько зомби и в зомби превращать в фарш. Так, пива. Так, чувак, да, решил встать. Так, куда моя пива? Куда моя пива делась? Просто в полете, походу. Так, берем другую. Их довольно много. Так, остался живой. Да, живой остался. И добьем. Ух ты. Да какого черта? Какие неживучие там? Нет, нет, не хочу тратить патроны, потому что патронов довольно мало будет. Мы просто подсральник сделаем и все, и он готов. Так, возьмем пиву и пойдем дальше. Довольно страшно уже. Стоны и ребята подходят сразу вдвоем. Вот так, просто в мясо. Обалдеть. Обожаю это дело. Так, хорошо, прыгнемся. Здесь есть, по идее, выключать, можно включать. Подождем зомби подходить, хотя мы не можем просто взять и разрубить уже сами. Спокойно. Давай же. Хорошо получилось, хорошо, мы включаем, проползаем и его разрубит. Нормально. Так, готов, идем дальше. Пока что все без проблем. Потеряли маленько процентов брони и жизни. Ох, есть нычка. То, что нужно. То, что доктор прописал. Там, походу, маленький прыгает. Заходи сюда. Здесь, по идее, есть циркулярка. Включаем. И сейчас будет резать. Тут, по идее, были больше зомби. Как мне помнится. Все, включаем. Так, что мешает? О, так слишком много. Там сразу трое. Ух, проверим. Проверим, как пива будет. Обалдеть. Пива рубит реально круто. Хорошо, берем. Больше никого не осталось здесь. Циркулярка разрубливает просто на ура. Ох, отлетел кусок мяса. О, мелкий. Мелкий подошел. Спокойно. Как я успел сразу же. Держи. Там, по идее, можно включить ее. Быстренько включаем и радуемся жизни. Бочка бочкам. От бочки нужно подальше находиться. О, таким макаром. И можно, по идее, ее взорвать. Да руби уже наконец-то этих. Двоих-то всего лишь навсего-то. Ох, есть нычка. Нычка мне пригодится. Одна нычка, вторая. Циркулярка остановилась, и можно подняться. Довольно пока страшно. Так, это нужно аккуратненько убрать, потому что эти бочки... От них нужно подальше находиться. Так, можно просто поставить ее. Там, по идее, может спрыгнем, и все. Ну, хорошо. Наверное, бочку взорвать эту. О, чухался. Начухал сразу. Почувствовал, что его смерть пришла. Так, берем, наверное, циркулярку и погнали. Ух ты, жесть. Сколько мяса еще будет, и чувак мне поможет. А я, в принципе, сам разберу рублю. О, остался живой. Нормально, походу в полете. Либо просто он ударился. Здорово, чувак. Так, где моя циркулярка? Куда она делась? Там еще двое. Ну-ка, такой, отстреливай. Больше я ничего не могу обещать. Нет, походу не буду отстреливать. Конечно, очень фигово. Циркулярку я потерял. И придется, наверное, потратить патрончики. Еще и у нас и третий очухался. Так, хорошо, можно использовать, наверное, газ. Так, выключили газ. Где у нас третий? Включаем газ. Можно, по идее, просто одним выстрелом это дело поджечь. Сейчас подходит, мы поджигаем, и будут спецэффекты. Поджигайся. А, третий не поджегся, конечно, фигово. Хорошо, Валер, настало твое время. Нет, поджегся, не будем тратить патроны. Наверх, наверх, пускай погрет, ребята. Нормально. Пока проходит очень весело. Стреляем очень мало, тут у нас сразу двое, трое. Трое чухались, подальше от них. Пуск, ребята, подходит, пускаем газ и дело поджигаем. Сейчас будет веселье. Так, пускаем газ. Все трое. Да, все четверо. Трое на ногах, один ползущий. Можно, по идее, выстрелить. Довольно эффектно будет. Ох, хо-хо-хо. Ловушки просто крутые. Стоны, стоны, только одни стоны. Хорошо, погнали, что у нас было. Здесь, по идее, только дверь была. А вот дверь. Чувак, ты живой? Да, живой. Сейчас подожгем тебя. Подожгем довольно...
Так, Тима, сгорели? Да, те сгорели. У нас есть нычки, у нас пока есть бронь, довольно все нара проходит. Мне нравится. Но дальше, конечно, очень сложнее. Может, по идее, этот газ убрать уже? А он продолжает гореть. Хорошо, берем, наверное, пиво и пойдем. Сколько тут мяса, и практически без единого выстрела мы все это дело прошли. Тут у нас довольно много. Там есть бочка. Ребята, спокойно. Ох, нормально мясо. Мясо нормально. И все-таки двое остались у нас. Ну, можно, по идее, использовать бочку. Так, что у нас там? Ох, там есть мелкий. Ну так. Вот кусок мяса вылез. Так, спокойно, здесь есть бочка, которую можно, по идее, взорвать. Только главное, чтобы не толкнули в мою сторону. Потерял, конечно, проценты брони. Так, что у нас есть сверху интересного? Сверху богу у нас ничего интересного нет, никаких нычек нету, только пару мяса, пару фарша и больше ничего. Так, есть проценты жизни. Тут нужно расчистить дорогу. Так, циркулярку мы берем с собой, она не пригодится. Один здесь труп и еще один встает походу. Так, хорошо, наверное, будем взорвать бочку. Шпрять не будешь? Ох, нормально. Так, тут как спокойно. Куда делась моя циркулярка? Да какого черта трачу у меня слишком много. Так, он готов. Куда делась моя циркулярка? Хорошо, найдем другую. Так, чувак очухался. Чувак очухался, а чем можно его швырнуть? Диванчик берется. Диванчик не берется. Хорошо, у нас, в принципе, есть пока патрончики. Пока что есть, можно их использовать. Так, ты мертвый? Нет, не мертвый. Сейчас будет мертвый. Подвинем его. О, реально подвинули. Хорошенько подвинули его. А вот самые те твари, которые я просто ненавижу. Они слишком много КП тратят. Выползай. Так, где она? Не вижу я. Батарей можно. Батарей, конечно, пожестче будет. Выползай уже сюда. Так, 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 где она? О, прям по курсу. Там, походу, все готово. Там, походу, их двое были. Так, вижу один, второй труп. Окей, готов. Включаем ток и можно идти туда уже. Пошли туда. Сделали перестановку, убили всех, собрали все, что есть и пойдем дальше. А вон та самая тварь ползущая. Ну хорошо, можно, в принципе, Валера уничтожить. О, два патрона на нее. Ты что ли шутишь? Куда пополз? Так он, походу, испугался нас. Он реально испугался. Так, хорошо, спускаем, возможно, шифонер. А вот можно столик. И столиком добить. Он готов. Как же ненавижу этих тварей. Так, 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 спокойно вы. Назад, назад уходим. Черт возьми, застряли в этих диванах. Выползай, ребята, сюда. Это все, что ли? Один удар и сразу двоих? Нет, вижу один труп. Как-то слишком сильно очкую. Нет, второй тоже готов. И идем тут, идем сюда уже. Можно пойти пустить газ, уже выстрелить, и тогда нас никто не будет атаковать сзади. Так, нычки здесь нету. Отлично, брат мой. Используй мои ловушки, но смотри, сам не попадись в них. Я тебя понял. Все будет пучком. Так, есть кислородный баллон, можно взять его просто и пустить вниз и его поджечь. Так, спокойно. Так, поджигаем. Да взорвайся уже! Не очень-то эффективно, я скажу. Так, ну у нас больше ничего нету. Ох, нет, есть еще парочку баллонов. Можно, можно по идее набросать и взорвать тогда. Так, хорошо, наверное, одним выстрелом мы его снесем. Да чертов с два. Нет, хватит патронов тратить уже. Так, спускаемся вниз и, наверное, в сам угол. В самый угол. Вот так, по горе. Так, больше здесь ничего нет у нас.
проходим, проходим. Пускай горит-то. Тут у нас ничего нету. Патроны оружия совершенно нету. Приходится просто... походу, я рано пустил эту ловушку. Они просто пройдут мимо меня. Ребята, стойте на месте. Сейчас будет еще один. Не, я только двоих успел. Это, конечно, очень фигово. И можно использовать кислородный баллон, который всего лишь один остался. Ах, подходи, подходи ко мне. Где они там? Ох, всем разом. Нормально. Три стона я вижу. А четвертый не знаю. Зомби умирает. Один, второй. И третий. Нет, все перчики готовы, а тебя мы расплющим. Слишком рано я, походу, эту ловушку использовал. Хорошо, черт с ним. Проходим. Так, здесь мы поднимаем, и можно использовать против этого зомби. Они встали просто мимо меня. Так, у нас, по идее, есть нычка, можно использовать и забраться наверх. Так, ребят, хорошо, давайте подходить ко мне. Тут есть ловушка, надеюсь, сразу двоих. Ох, спускаем. Нормально. Давай-ка наверх поднимай меня. Мне нужно попасть именно вон туда. Так, два зомби прошли. Как ее шатает-то сильно. Так, ему нужно с разгона туда попасть. Ну хорошо, попробуем. Так, нормально. Надеюсь, что интересно там будет. Гренка бы вам была бронь и жизнь, и все навсего. Подходи ко мне, сейчас буду использовать ловушку. Так, сразу вдвоем. Вот так, нормально. Так, давай-ка наверх. Так, мне снова наверх, только мне нужно он в то окошко пасть. Так-то лучше. Так-то лучше. И забавней. Ты уже встречал мою паству. Чёрта зла. Потерял много брони, походу. Спасибо, отстреливаешь, хорошо. Так, чего, живой? Он живой еще. Этот чувак, он живой, можно сейчас... Пускай сгорит. Дверь мы, конечно, закроем за ним. Сейчас горит и зайдем после него. Так он еще живой, что ли? Как его скрючило-то? Так, больше у нас ничего интересного нету. А вот те самые твари. Так, готово. Слишком много патронов взрачено этим. Так, чувак, ты не находишься, будешь помогать? Отстреливай, потому что у меня слишком мало патронов. И прям внизу. О, как его расплющило. Сколько их там ползает, обалдеть. А он решил прыгать, что ли? Будь ты проклят. Так, может, пойди бочку взорвать? Как же они быстро бегают. Так, хорошо, пойдем дальше. Там, возможно, есть бочки другие. Ох, сколько здесь зомби. Держи, одним выстрелом просто... Убили практически всех сразу же. Остался всего лишь один, походу. А эти мелкие, походу, еще бегают там. Да, еще бегают. Как-то нужно их все-таки уничтожить. У нас, в принципе, есть гренка одна. Там у нас есть три гренки, нужно использовать сразу против двоих. Только нужно найти этот момент, когда они вместе будут бегать. Так, какого черта вы бегаете слишком... О, подходит к другому. Давайте же вместе. Селфи на память. Нормально. Ползает, ползает. Так, открылась сетка. Там решетка открылась, и, возможно, там есть нычка. Сейчас пойдем и посмотрим. Так, сверху у нас ничего нет, больше интересно. Так, все мертвым. Огонь горит. Так, интересно, можно пройти нельзя? Походу, здесь огонь, и мы не сможем пройти здесь. Так, хорошо, я туда не пойду. А бочки помогают очень хорошо. Всех уничтожили одним разом. Одним выстрелом буквально. Так, у нас ничего интересного нету. Нам наверх. Так, нам нужно в окошко. Здесь у нас, походу, есть нычка. Ведь ты есть моя помощь. О, какого черта? Это просто был нежданчик. Потеряли бронь, потеряли патроны и ничего практически мы не взяли. Это была просто очередная ловушка. О, спокойно.
По идее, можно взять, наверное, вот этот кирпичик, и кирпичком довольно хорошо отбивается. Ох, у нас и циркулярка, то, что нужно. Так, есть у нас нычки из жизни. Ну, пойдем, у нас есть, в принципе, две нычки. Походу, здесь будет довольно серьезно. О, сколько вас тут, ребят! Держи все! Всем разом! Где моя циркулярка? Верни ее обратно. Так, еще трое остались. Хорошо, можно использовать, наверное, ставы, а можно даже использовать вот этот крюк. Довольно хорошо будет. Насадим вас троих. Ну, двоих точно насадили. Держи. Довольно тяжелый крюк, нам не пригодилось даже нычки. А вот циркулярку, походу, я где-то посею. Так, куда она делась? А вот она, среди трупов оказалась. Я думаю, прошли уже практически половину, и довольно дальше будет интереснее. И сложнее, когда появятся новые зомби. Вот те самые зомби, которые просто будут жесть. Фу, я уже боюсь. Так, хорошо, нужно подняться на крышу, и то уже по крышам будем прыгать. Там чувак ползает. А нет, он просто встает, держи. Какие-то звуки мне не нравятся. Так, давай наверх. Давай наверх скорей. Какого черта происходит? Рубим всех подряд. Кого увидим, всех рубим. Тут довольно хорошая позиция. Они поднимаются на крышу, походу. О-о-о-о. Как поймали мы сразу вовремя. Так, все, что ли? Открываем двери. А у нас тут что интересного есть? Парочку зомби, больше ничего интересного, что ли? Держи. Так, готовы. Где моя циркулярка? Ох, тут есть нычка. Это точно мне пригодится. А в этом мусоре ничего у нас хорошего нету. Где моя циркулярка? Циркулярка. Она мне очень пригодится в дальнейшем. Ох, есть Валера, есть патрончики на пистолет. Это то, что нужно. Что у нас тут интересного есть еще? Двери у нас тут нету. О-о-о. Он отстрелил, походу, этих самых зомби, которые самые кровожадные. Тут у нас тоже есть зомби. Не очень кровожадные. Так, мертвый, мертвый? Нет, не мертвый. Где моя циркулярка? Куда она делась? Вот откнулась. В бетонное перекрытие. Так какого черта? Гасим всех. Так, готово. Маленькое пространство и маленькие зомби довольно неудобно. Гаси их всех, чувак. Сюда, брат! Их нужно просто в мясо. Подойди, так, патрончики. Ты расшевелил ад. Это точно. Я уже в аду. Вот, у меня есть оружие получше. Тебе пригодится. Лови. Давай. Круто поймали. Держи это в секрете. Вот тебе мой совет. Все-таки циркулярка как раз будет покруче. А нам нужно прыгать в бассейн и туда попасть. Они идут. В Ревенхолме нет покоя. Так, они идут. Иди, я вижу, они поднимаются. Они поднимаются на крышу. Чувак, прям сверху тебе. О, не помогло, что ли? Реально не помогло. Хорошо, у нас есть дробовичок. Где мой дробовик? Прыгаем в бассейн, короче. О, чувак повешенный. Как же испугал я его. Так, нужно, по идее, вызывать лифт уже. Так, вызываем лифт и отбиваться ждем. Так, один поднимается. Мы ждем всех. Сколько тут мяса будет, даже неизвестно. Заходим. Держи дробовичком. Закрывай дверь. Перезарядку. У нас кислородные баллоны. Они могут через дверь попасть. Это точно. Да сдохнем. Еще один. Уходим. Черт, с два уходим. Эти маленькие твари реально меня уже достали. Так, лифт поднялся, меня присудят сзади. Как? Мы нормально в бассейне. Мы в бассейне, все в порядке, чувак. 91% жизни. Чувак, ты мне хотя бы помог, что ли, бы? Так, он уже упал вниз. Пускай падает вниз, есть нычка. Так, заходим. Закрываем. Да какого? Сколько здесь вас? Еще спустился, что ли? Уходим в лифт. Там, по идее, есть нычка, нужно забрать ее. Так, быстренько забираем. Держи нычкой прям. Это было довольно круто. Фу, походу всех отбили. Так, здесь больше ничего интересного у нас нету. И спускаемся вниз. Ну там будут у нас
Черт возьми, их слишком много. Так, нужно использовать. Нужно использовать Валеру, можно использовать автомат и все дело это перезарядить. А можно просто пробежать дальше. Конечно, я не очень-то и помню, куда именно бежать. Так, ползает. А вот этот черт самый опасный. Так, сдохни, мелкий. Он сдох, и нужно, наверное, все-таки пробежаться. Сейчас пробежимся, Гордон. Всем разом побежали вперед. Так, остался позади. Пускай остается позади. Да сдохнет. Тут у него есть проценты жизни. Нормально. Заходим. Заходим. Нет, дверь не открывается. Нам, походу, не сюда. Так, спокойно. Большое пространство. А нужно подняться наверх и пойти вон туда, как мне помнится. Тут есть ловушка, и можно ее использовать. Так, где выключатель? Включаем и все. И на почте будет много мяса. Правда, я пока что никого не вижу. Черт зва, она испортилась. Что за фигня? Так, он бросает эти твари как раз, которые мне не нужны. Хорошо, бегаем, бежим отсюда. Бежим отсюда подальше. Там была нычка, но у меня есть уже проценты жизни. Так, ее мы оставим. Включаем. Да брось ты. Так, спокойно. Лист подъехал, и нам нужно подняться наверх. Просто бежим, друзья, вперед, потому что слишком мало патронов, и приходится просто пробежаться в каких-то моментах. Бочки, нужно просто прыгать вниз. О, кого-то все-таки нацепили мы. Так, возьмем дробовичок на всякий случай. Дробовичком гораздо будет поудобнее отстреливаться. Кто там бежит, вроде, сзади меня? О-о-о-о-о! Черт возьми, я упал вниз. Так, зомби, сколько? А у нас кончился фонарик. А здесь довольно страшно, без фонарика там. Так, он готов, остался только зомби маленький. Так, бежим дальше. Где-то были проценты жизни. Ох, есть. То, что нужно. Держи! Это нормально. Так, не пойди, нужно не сюда. Мы пробежимся здесь, возьмем, возможно, это проценты есть. Ох, есть. 100% и погнали. Черт возьми, сколько их тут-то? Так, выключим фонарик, мне нужно пробежаться. Они сзади. Сзади чувствуется. Я чувствую их сзади. Эх, в мясо просто. Там еще двое бегают. Черт возьми, их тут реально очень много. Пробежался мимо меня. Выключаем фонарик. Просто бежим вперед, не оглядываясь. Теперь я уж понял точно. Так, бочка. Так, бросим ее. Бросим вниз, нужно в окошко скорей. О-о-о, только не вниз. Фух, пробежали. Это нормально. Это довольно жестко было, довольно интересно. Так, нычки есть. Есть у нас циркулярки. Так, бросим два банку с краской. Мне нужна циркулярка. Ох, сколько тут зомби. Ребята, держи. Всем сразу. Мне там еще двое остались. У нас есть еще циркулярка. И еще двоих. Никого не оставили. Нет, как я один остался внизу у нас. Держи с того. Как его расплющило-то? Так, иди сюда. Там еще трое у нас. Так, есть еще кислородный баллон. Можно делать все это поджечь. Давай еще разок. Еще разок и просто об стенку. Нет, не получилось. Давай еще разок. О, нормально. Бери. Не хочешь брать, конечно. Пробежим. Пускай говорит, мы спускаемся вниз уже. Надеюсь, никого нету. Так, куда зомби делись? А куда они все испарились-то? Подъем оставим. А циркулярка моя тоже пропала. Прошла загрузка и все испарилось. А нет, осталась все-таки одна циркулярка. Она мне пригодится как раз для этих моментов. Держи с того. Там еще один есть. Ну-ка, бывай сюда. Да хорошо, возьмем, наверное, автомат, Валеру. Валера, настало твое время. И гасим их просто сразу. Не получилось. Процентов жизни очень мало. Посмотрим в этом мусоре, может что интересно тут и будет у нас. Хотя мне кажется, у нас ничего интересного нету. Хорошо, погнали, возьму дробовичок. Они поднимаются наверх и идут, конечно, в нашу сторону.
дверь. Закрыли дверь и даже не знаю, что дальше делать. Хотя знаю, берем, наверное, гравипушку, открываем дверь и прям с того будем гасить. Его, походу, здесь нету. Идем дальше. Дробовичок. Дробовичок, скорее пробежимся. Иногда приходится все-таки нам пробежаться. Так, здесь у нас бетонная стена, здесь нам не сюда. Очень давно играл, друзья. И я даже не помню, куда именно бежать. Головешку. Хороший способ, постреляем просто в голову и все. А там нужно использовать гренку. Черт из два, как хорошо он бросил-то. Так, нам сюда, походу. Нам не сюда, и, конечно, наши дела очень фиговы. У нас есть гренки, и будем использовать гренки против вот этих тварей. Держи гренку. Живой остался же? Какого черта остался живой? Мне кажется, я упал не сюда. Здесь дверь не открывается. Так, они, по идее, за клеткой, и нас не тронут. Да сдохни, сдохни, наконец. Живой, остался. Нормально. Какой живучий-то, мерзавец. Так, можно перепрыгнуть, и сразу гренка пошла. Еще одна гренка, ее нельзя использовать еще одну. Черт, сдуба. Ребят, вы что ли серьезно? Вы мне прессуете очень сильно. Так, возьмем дробовичок. Дробовичок берем. Так, наверх, наверх. Заходим, заходим, они сзади меня. О, зашли. Где нычка? Мне нужна, по идее, нычка. Здесь очень жарко, очень страшно, и я уже обосрался раз 20. Нам, походу, наверх. О, открываем двери. Ох, это просто сорока была. И тот самый лифт, друзья. У нас нет. Ох, есть нычка. Есть нычка еще одна. Есть патрончик и дробовичок. Аккуратненько возьмем. Есть еще одна нычка. И давай же поможем. Давай скорее лифт спускай. И сейчас будет довольно жарко. Обратно мы уже не сможем пойти. Взяли патрончики. Как же меня прет, друзья. На эмоции. Держись, брат. Давай, спускай лифт. Я уже очутюсь рядом с тобой. Уже реально. Это последний, финальный уже аккорд. А сколько этих маленьких паузы? Надеюсь, они не будут прыгать в нашу сторону, а только будут здоровые. По идее, где будут шататься, там будут подниматься, как я помню. Так, слушаем. Слушаем, друзья, очень внимательно. О, готов. Один перчик готов. Но их будет гораздо больше. Раз в 10 будет больше. Перезарядку. Как раз успеть вовремя сделать перезарядку. Тут всего лишь два, походу, водостока, по которым смогут подниматься. Так, я слышу рев, он поднимается ко мне. Держи, просто в палец сразу. Хе-хе-хе. Нормально, сзади есть? Сзади, походу, нету. Нормально, держи еще мясо. Свинца мне не жалко. Так, лифт заработал, и сейчас скоро будет к нашу сторону подниматься. А, пока все спокойно. Пока все на ура, где-то дергается. Дергается. Держи. Там еще один, решил подниматься ко мне. Так, сделаем перезарядку. Пока есть возможность, сделаем перезарядку, друзья. Так, готово. Патрончики пока что есть, пока что совершенно без проблем, а лифт нам поднимается. И меня это очень радует. Вот еще решил подняться в мою сторону. Так, решил потратить три патрона. Нормально, готово. Тут у нас чисто. Давай, брат, залезай. Без проблем, друзья, вообще, ноль проблем. Давай, спускаемся. Рычаг, рычаг, окей, готово. Мы спускаемся к нему, какое блаженство. Но хотя, мне кажется, будет еще там возле церкви, как мне помнится. Ну, я думаю, мы пройдем. О, сколько там патронов-то, сейчас будет патроны. Сейчас будет заварушка. Так, давай уже вылазить. Вылезли. Приветствую тебя, брат. Здорово, чувак. Наконец-то я с тобой. А у тебя, кажется, винтовка покруче. За то, что у меня такая темненькая. Моих ловушек. Они сделаны человеком, у которого когда-то было много времени. А теперь нет его ни на что, кроме спасения. Я вижу, ты не желаешь оставаться в Ревенхолме. Давай я провожу тебя к шахтам. Шахты. Это а тоже очень страшно, но тут было гораздо страшнее. Пойдем к шахтам. Так, сколько все равно идти? Стадо стало непослушным. Следуй за мной, брат, и ступай легче, ибо это священная земля. Ступаем легче, идем вперед.
Так что, что такое? Нормально, прошли. Эй, вон они, те самые твари, которые бегают сверху. Нам поможет чувак, будет тоже отстреливать. Они, может, просто пробегут мимо? А нет, не пробежал мимо. Придется кино отстреливать их. Гаси, гаси. Ох, сколько их тут. Гренка, гренка. Не нужно гренкам. Держи. Сюда, просто в мясо. У меня кончились гренки. Как раз не вовремя. Так, взял перезарядку. Перезарядку, я буду отступать. Я отступаю, чувак у нас бессмертный. А он прикроет. А я просто куда пополз? Иди сюда. Так он сдох. Походу готов. Нам тоже досталось. Я думаю, здесь не будет проблем. Самосужденным я, как помнится, были в начале. А дальше? Дальше у нас будет церковушка, кладбище. И тут много зомби. Тут у нас есть циркулярка, друзья. Тут можно их рубить просто прух и прах. Давай-ка, я помогу тебе. Только главное не потерять ее. Иди сюда, родная. Чувак, отстреливай. Ох, нет, есть другая еще. Нам повезло. То есть им повезло. Потому что они умрут очень быстро. Есть еще одна. Есть третья. Это нормально. Да черт возьми, эти мелкие. Как же не достали. Так, идет ко мне. Валера, настало твое время. Просто реально жлобежку. Одного, второго. Идем дальше. Что ты делал без меня? Так, погоди, возьму с собой. Мне пригодится. Пускай энергия пополнится. Мне нужен фонарик, слишком темно. А вот и вылазит. Один зомби, второй зомби, держи. О-о-о, ушел с другой стороны. Там есть бочки, можно по идее взорвать, можно по идее использовать. Но они довольно опасны. О. Так. Сдохни, сдохни. Позади меня, позади меня, дай мне кирпичик. Кирпичиком сейчас, прицелимся. Раньше меня уничтожил. А с ним довольно весело получается. Так, у нас и тут есть газ. У нас есть газ, бочек нету рядом, что взорвались. Ох, есть нычка. Есть нычка, есть газ, погоди, я пущу газ. Где тут пускать газ, я не вижу с какой стороны. Так, хорошо, берем, наверное, циркулярку. Держи. Разрубили. Я не вижу, где пустить газ. Она взрывается, не взрывается, нужно подальше. Вдруг она еще рванет. Так, есть бочка. Есть бочка, ну-ка, где взорвать. Хо-хо-хо, какого черта. Они взорвались, оказывается. Вот что нужно было сделать. Нас реально очень сильно отнесло, и мне просто повезло. Так они нападают, нам нужно, по идее, спуститься, наверное, как-то вниз. Я даже не помню, куда именно идти. А вон есть кирпич, кирпич, иди сюда. Ну, давай сюда, родной. Он очень реально крутой. Иди сюда, иди сюда. Держи. Походу и все. Да, с той стороны ребята поджигаются. А с этой стороны мы прикроем. И что дальше, чувак? Это патроны? Патроны висят в воздухе. Так, все, огонь прошел, идем дальше. Нормально, кирпичом. Там есть еще, их довольно много. Их весело кирпичом уничтожать. Иди сюда. И ко мне. Нормально. Еще разок. Это, конечно, покруче, чем циркуляркам. Но это тупой предмет. Хорошо, идем дальше, потому что, возможно, они нас будут окружать, а тут довольно много. Циркуляркам. Сейчас помогу, чувак. Разрубим всех подряд. Сразу троих. Мне кажется, кто-то присану очень сильно. Бочки. Бочки, 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 подальше под бочек. Чувак, куда нужно дальше идти? Я без понятия. Так, 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 мелкий, мелкий, мелкий. Так, Валера. Валера, на твое время остава. Дробовичок. Нет, 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 Валера круче. Нет, циркулярка. Где-то была циркулярка. Чувак, куда нужно? Спокойно. Вот так нужно. Сдохни, сдохни. О, нормально. Циркулярка моя. Моя хорошая циркулярочка. Сейчас двоих зомби. Нормально. А тут довольно их много. И вот, походу, вход в шахты, друзья. Нет, нет, где-то еще. Мелкий, мелкий. Держу ворота. Держи ворота. Какие ворота ты держишь? Иди быстрее. Беги, брат. Все понятно. Спускаемся вниз. Я не заметил, какие ворота. И, походу, мы идем уже в шахту, друзья. Да я думаю, мы закончим уже и продолжим в следующей серии. Но с вами был Спикер, и увидимся очень скоро. Боюсь, всем спасибо, кто смотрел. Мясо. До новых встреч. Да всем пока. Твой путь, светлейший свет.